Ребята, всем привет! Меня зовут Роман, и вы смотрите канал Видео Лепка. И сегодня мы будем лепить мини-кошку с канала Mini Котик Play, а точнее ее скин в игре Minecraft. Друзья, на нашем канале недавно стало уже более 200 тысяч подписчиков, поэтому в этом видео будет конкурс. Условия будут в конце этого видео, так что если хотите поучаствовать, досмотрите обязательно до конца. Также конкурс будет и в нашем Instagram. Ссылочка на него в описании под этим видео. Для того, чтобы было проще лепить, я нарисовал себе вот такой вот шаблончик на листочке в клеточку. Так как фигурка получается достаточно большого размера, ее внутреннюю часть я сделаю из алюминиевой фольги. Таким образом, я сэкономлю пластилин, и фигурка не будет такой тяжелой. При помощи светлого скульптурного пластилина я выровняю поверхность получившихся деталей из фольги и также придам им нужную форму. Далее при помощи разноцветного пластилина на поверхность каждой детали наносим нужный рисунок.
Итак, ребята, вот такая вот фигурка мини-кошки у меня получилась. Напишите в комментариях, похоже у меня получилось или нет. Ну а теперь давайте сделаем крипера. Для крипера мне понадобится три разных оттенка зеленого пластилина, а также черный цвет. Вот такой у меня получился крипер. Ребята, если вы хотите, чтобы я еще слепил разных персонажей из Майнкрафта, то обязательно напишите мне об этом в комментариях. Огромное всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Далее, как обычно, будут приветики от моего котика Вилли, а также условия участия в конкурсе. И фотографии ваших поделок из пластилина из нашей группы ВКонтакте. Первыми по ссылке в предыдущем видео нашли Игры Плей, Сайонара Бой Икс и Мистер Див. Ребята, передаю вам огромный привет. Также передаю привет за репосты, которые вы делаете из нашей группы ВКонтакте. Это Шурик Джоев, Александр Соболев, Матвей Хренов, Кирилл Музалевский, Игорь Коновалов, Эдгар Тахтаулов, Алексей Сорокин, Дарья Ульянова, Платон Нечаев, Настя Котик, Саяра Амитова, Даня Высотин, Андрей Ким, Клара Бардина, Виктор Лисеев, Данил Мишуков и Виктория Трушина. Ребята, также передаю вам огромный привет. А сейчас я вам расскажу об условиях участия в нашем конкурсе. Призом будет набор мягкого застывающего пластилина. Для того, чтобы принять участие в нашем конкурсе, нужно выполнить всего три условия. Первое – быть подписанным на наш канал Видеолепка. Второе – поставить лайк этому видео и написать под этим видео любой позитивный комментарий. Победитель будет определен случайным образом, приз будет разыгран ровно через неделю, 24 августа, и результаты будут опубликованы как под этим видео в описании, так и в нашем YouTube-сообществе. На этом мы с вами прощаемся, желаем отличного настроения, до скорой встречи!